И еще о том, куда можно сходить в краевом центре. Творчество – лучший способ заявить о себе. В Ставрополе открылась персональная выставка картин Екатерины Петровской. Кстати, первая для молодой художницы. Азы искусства Екатерина постигала в художественной школе Невинномысска. Сейчас девушка учится в студии Андрея Самарина. Как признается сама Екатерина, она пишет то, что ей больше всего нравится. На выставке представлены работы в различных техниках. Однако больше всего пейзажей, написанных маслом. Погрузиться в атмосферу творчества и насладиться работами талантливой художницы можно до 14 июня. Экспозиция расположилась в Александровском парке по адресу улица Черняховского, 2. Случилось чудо. Я поделилась со своими друзьями, знакомыми тем, что я делаю в свободное от работы время. Это мое хобби, которое уже перерастает в определенную профессию художника. Мне очень важно на данном этапе уже мнение общественности, то, как картины воспринимаются и принимаются людьми.